Всем привет! Сегодня я спою кавер-версию Игоря Растеряева. Называется песня «Комбайнеры». Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишет про них интернет, их совсем вроде как бы и нет. Они молоды, но не студенты, ни окея не знают, ни ленты, в суши-барах они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах в онлайнах, и они вкалывают на комбайнах. Выпил С2, опять уаж, сел на Ниву, Рассельмаш, на ДТ, Дон 500, К150, покормил перед этим поросят. Пошел взять пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Но зато ты знаешь, каждый винтик тракторе внутри, получаешь за работу в месяц 1000-3. Комбайнеры, каждый из них был в армии родной, не отмазался никто, что у него там геморрой. Комбайнеры, трактористы, грузчики, арбузный фур, эти парни не являются лишь что гламурных дур. Пускай там пидорасы беснуются в Москве, но пока такие пацаны есть у нас в стране. Знают пусть враги, все знают, сучка Кондолиза Райс, никогда Требинатовская не возьмете нас. Выпил С2, опять уаж, сел на Ниву, Рассельмаш, на ДТ, Дон 500, Т-150, покормил перед этим поросят. И нашел где пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Выпил С2, аж 5 уаж, сел на Ниву, Рассельмаш, на ДТ, Дон 500, К150, покормил перед этим поросят. Пошел зе пахать, молотить ячмень, будет долгим-долгим-долгим твой рабочий день. Эта песня посвящается всем сельским пацанам, волгоградским комбайнерам, трактористам, пастухам. Слава вам!